студии кинопрограмм телерадиокомпании «Останкино», фирма «Протеле Нью-Йорк» и «Перинфильм Париж» представляют Веронику Кастро в мексиканском телесериале «Дикая роза». Автор сценария – Карлос Ромеро. Режиссер-постановщик – Беатрис Шеридан. Оператор-постановщик – Эрнесто Ариола. Композитор – Хосе Анхел Потро Фариас. Роли исполняют и дублируют: Роза – Вероника Кастро, Наталья Варлей. Рикардо – Гильермо Капитильо, Владимир Конкин. Рохелио – Гильермо Капитильо, Игорь Тарадайкин. Кандида – Лилиана Абут, Ольга Машная. Федерико – Клаудио Баес, Андрей Мартынов. Дульсина – Лаура Соната, Елена Астафьева. Леонелла – Эдит Гонсалес, Марина Левтова. Томаса – Магда Гусман, Ирина Савина. Себастьян – Армандо Калво, Юрий Саранцев. Линда – Марианна Леви, Любовь Германова. Полет – Ирма Лосано, Раиса Рязанова. Павло – Альберто Маяготтия, Александр Рахленко. Эду Вихис – Глория Морель, Ирина Губанова. Продюсер – Валентин Пимштейн.